Вариант установки себе антенны на Outlander 3. Так, оказывается, возможно поставить вот на это антикрыло. Я думал, оно пластиковое. Нет, металл нормально липнет, то есть без проблем. Ставить надо чуть-чуть в сторону от акулевого плавника, чтобы вот эта палка при открывании багажника за него не задевала. Так, кабель отводим в щель. Вот он свободно здесь ходит. Так, для крепления, чтобы он дугой не выгибался, использовал. Сейчас часто в почтовые ящики кидают всякие рекламки, наклейки на холодильник с рекламой магнитные. Вот я взял их, бумагу смыл, просто водой смывается, а потом керосинчиком обзерширил. И на сторонний скотч приклеил вот такие пятачки, в них пропустил стяжки. Отлично держится. Так, ну для страховки чисто, чтобы стекло не разбить, если сорвется. Пустил шнурок, так не в натяжку, он свободно. Вот открываю капот, сейчас посмотрите, что внутри. Внутри вот так вот проходит. Вот, видите? Вот так вот открывается. Все свободно здесь, вот веревочки болтаются. Кабель проходит внутрь. Таким образом, под резиночку. И идет вот туда. Так, ну а в кабине выходит в салон. Так вот, подводит эту накладочку. Вокруг порога она легко снимается. Вот, и под коврик. И под коврик туда вот идет. Под сиденье. Так как рация у меня установлена под сиденьем передним. Так вот сбоку тангента лежит. Надо какой-нибудь крепежек сюда присобачить. Удобно, конечно, рация вот здесь вот, вот под сиденьем прикреплена. Таким образом. Неудобно, конечно, но я ее обычно включаю, и она все время включенная у меня. Запомнил, куда столько раз крутить. И все.